говорим о том, что парусная регата замечательно стартовала, мы приготовили им от себя вот такие великолепные грамоты. Естественно, здесь нет еще фамилий, мы не знаем, кто придет первым, кто вторым, кто как, но все участники будут, безусловно, награждены ценными подарками. От морской академии, которая представлена здесь Натальей Соболевой и Надеждой Зазуля, такой чудесной украинской фамилией. Юрий Анатольевич держит в руках замечательный символ морской академии, как память об этом замечательном событии в их жизни. Теперь у нас в Одесском литературном музее сад скульптур. Это литературный мастер-класс с членами жюри. Это некоторая абсолютно загадочная, абсолютно неформатная такая модель общения, где тому, чему, казалось бы, учиться нельзя, все-таки люди каким-то способом учатся. Была вот такая история, эта история связана с одной девушкой, которая хотела хорошо играть на альте. И вот у нее что-то не ладилось, что-то не выходило, и она ходила от мастера к мастеру, желая услышать вот что-то очень важное по этому поводу. И мастера говорили о том, что надо вкладывать душу в музыку, что музыка играется не пальцами, а играется сердцем и так далее, и все это ни в коей степени ее не двигало. И наконец один мастер сказал, что у тебя не работает мизинец. И вот когда она поняла, что не работает мизинец, вернее, недостаточно интенсивно действует, все у нее пошло. То есть, может быть, вот символ этих мастер-классов – этот самый мизинец. Техника письма – это все-таки самая понятная вещь. Если мы видим какой-то не очень удачно написанный рассказ или не очень удачно написанное стихотворение, опытный мастер, конечно, видит тот идеал, к которому этот рассказ или это стихотворение стремится. Вот если исправить всю технику, если добиться того, чтобы все недействующее или полудействующее действовало в полную силу, он видит вот некоторый исправленный вариант. И очень часто этот исправленный вариант оказывается никому не нужен, потому что есть такие огрехи, как, скажем, бессмысленность, которые не лечатся вот этой доводкой техники.
Поэтому мастер, он все время находится между техникой, метафизикой, психологией. Это очень занятная такая форма общения, которая либо ничего не дает участникам студии, либо вдруг дает очень много. Самое главное ощущение – это ощущение приятного сюрприза. Приятного потому, что если ожидали мы, что греха таить в первую очередь, а греха в минусах и самодеятельности, не в лучшем смысле слова, то на экране увидели зачастую реальное настоящее мастерство. Уже на стадии отбора картин к конкурсу было представлено около 40 работ, из них 14 вошли в конкурс. На стадии отбора мы вынуждены были с болью в сердце отказываться от ряда фильмов, прекрасно сделанных, но не подходящих по тематике, не отвечающих гриновскому духу. Были и такие. Хочу подчеркнуть, что жюри было далеко не самодеятельным. Жюри было таким, каким мог бы гордиться любой крупный фестиваль, судите сами. В составе жюри были 2 народных артиста Украины. В составе жюри был заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Украины, академик, секретари 2 национальных творческих союзов, Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов. В составе жюри был председатель Одесского отделения Национального союза кинематографистов. Вот такой звездный состав выпала честь и счастье, выпало мне возглавлять. Говорить можно много, говорить можно долго, но самое главное все-таки, я думаю, состоит в том, что это не только ленты, которые безоговорочно отвечают идеалам света, добра, тепла, чистоты и романтики, но и сделано это так, что я убежден в этом, заслуживают того, чтобы быть показанными на самого широкого зрителя, в самой широкой аудитории, на любом телеэкране и в Одессе, и в Киеве, и в Москве, и за рубежом. Состоялся фестиваль, в рамках которого киноконкурс продемонстрировал и заметный, реальный, настоящий интерес к участию со стороны и профессионалов, и любителей самых разных возрастов. И для жюри в конкурсных лентах был продемонстрирован действительно высокий профессиональный уровень. Я думаю, это безоговорочная заслуга фестиваля, заслуга тех, кто его придумал, кто его создавал и кто, слава Богу, с честью, успехами, достоинствами его провел.